И очистил от них плены,
Когда будет верному рабу твоему и казачеству на сопротивные языки одоления и известная победа и христианским ограждением суши и убегство да притворит всех ненавидящих и обидящих нас. И страшна будет всем и ужасно да явиться верным же твоим рабом и употребляющим известные упования символ власти, дерзновение и крепость да будет. Молитвами же святых твоих укрепляемо, и ангел твоих ополчением ограждаемо. Сущий же да явится рабом твоим, знамение сие сейчас, веселье и крепости, победы и сердечные крепости
и мужество, ибо еси царю мира, и Бог, сокрушая и брани, и крепости, дая и уповающим на тебя силу и отраду. И тебе славу воссылаем, с единородным твоим сыном, и с пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, и не присно и во веки веков. Благословляется и освящается. Благословляется и освящается свеча сия, благодатью Духа Святаго, покрепление воды христианства, по утверждение и победу и власть имущимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется и освящается свеча сия, благодатью Святого Духа, покрепление воды священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется и освящается сия свеча, благодатью Духа Святаго, окропление воды священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто вас просит сейчас, брата Маша? Прими свечу сию небесным благословением освященную, Божий тебя просвещение и мудрость, и ужасная и страшна врагам, и да подаст тебе Господь благодать, яко к славу имени Его и Святого Духа пойдешь, мужественно вся преодолеешь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не целуй. Все. И держи. Слава тебе, Вышний Божий, упование наше. Слава тебе. Всех вас. Вы же мужаетесь и крепится сердце ваше, и уповаете на Бога, яко Той победит враги наши, всегда ныне и присно, и во веки веков. И молитвами всех российских святых помилует и спасет нас. Я как благ и человеколюбие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божественное и мирное житие, здравие, спасение, и во всем благое посвящение. Господи, казакам
Всегда явилась славою и силою и защитой нашего российского государства. А я вам пожелаю крепости сил, терпения, мудрости и благословения Божие да пребудет на всех вас. Многое вам и благая вера. Идите, да? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И сюда подходите, я вас водой окрасил. Казачьему делу, многолетнее добросовестное служение возрождения астраханского казачества, активное участие в восстановлении казачьих станиц на астраханской земле, подвижничество, пропаганде образа жизни астраханских казаков и неоценимый личный вклад в дело восстановления святыни астраханского казачьего дела. Астрахань, 29 января 2011 года. Люба. Нагайка как символ власти атамана.
Служу астраханскому казачеству. Скажите, спасибо. Я больше ничего не знаю. Да все ясно. Серьезно. Общий здоровье был. Спасибо. Hey.